Сейчас самое время заготовить на зиму грибочки, осенью они стоят значительно дешевле, чем зимой. Мой рецепт грибного рагу. Просто, но вкусно. Семья каждый год с удовольствием ест. Хочу рассказать вам, как приготовить грибной рагу на зиму. Для рагу я беру обычно шампиньоны, они отлично хранятся, быстро готовятся и очень вкусные. Рецепт подойдет и для вешенки, только время варки нужно немного увеличить. Томатный сок можно заменить на томатный соус магазинный или томатную пасту, разведенную водой. Я часто готовлю на томатном соке из желтых или розовых помидоров. Вкус икры не меняется, зато цвет у баночек разный. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Подготовьте продукты, вымойте, очистите овощи и грибы, приступим. 2. Порежьте не очень крупно грибы. 3. Залейте их холодной водой и проварите 15 минут с момента закипания. 4. Порежьте мелко лук, морковь натрите на мелкой терке. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Влейте в кастрюлю растительное масло, на нем обжарьте лук и морковь в течение 10 минут, затем влейте томатный сок или соус, тушите еще 10 минут. 6. Готово. 7. Грибы откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода, положите к жареным овощам, перемешайте и протомите 25 минут. 8. Грибной рагу на зиму готово. 9. Разложите рагу по стерильным баночкам, закрутите крышками и укутайте в одеяло, оставьте медленно остывать, после чего уберите в прохладное место для хранения. 10. Грибной рагу на зиму готово. Вкуснее тем, кто подпишется. Такие продукты будут нужны. Шампиньоны 600 грамм, лук репчатый 200 грамм, морковь 200 грамм, растительное масло 100 миллилитров, томатный сок или соус 120 миллилитров, можно заменить на томатную пасту с водой, соль, перец черный молотый, по вкусу, количество порций 2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Заходите в гости.